И обоссанная хреногубка, побывавшая там, таков никнейм донатера. Спасибо большое за донат с текстом. Ну, под занавес и на радость. Под занавес и на радость Фреду. Все, досматриваем, походу, последний донат. Надеюсь, стрики никакой не прилетит. В общем... Бля. То есть, короче... Я понял. Ладно, я ничего не буду говорить. Я понял, почему на радость Фреду. Ладно, буду говорить. Одни жухи играют других жухов. Группа Heart играет... Как там? Дворовый переборчик. А чё так тихо? If the stores are all closed, with a word she can get what she came for. And she's buying a stand. Это кто-то из Ледов, по-моему, сидит. Или нет, я не знаю. But she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. Блин, меня, наверное, радует момент, где вот это вот 'cause you know, и где на гитаре при этом идет вот этот переход. То есть такая, типа, терция через октаву пиздодельная становится. То есть это кайфовый момент в песне. Ну, типа, надо признаться. There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Ooh, makes me wonder. Абема. Led Zeppelin, кстати, насколько я помню, англичане ведь, да? Типа они... Ну ладно. А когда дублируется, ля-ля-ля, тогда ни хрена не круто. Вот здесь круто. Вот эти ноты у него лучше. Пугачёва, которую мы не заслужили. А в молодости, между прочим, она была вообще соска нормальная. Соболезнуем Рашфану, он повторяет наш путь. А, алды уже поняли, что Моисею бесполезно донатить любимую музыку. Да, Моисею лучше донатить нелюбимое говно, чтобы он его обосрал как следует. Это да. Я как бы я мразь всея Ютуба. Я нужен для этого. Чтобы обосрать все, что вы любите. Хор классный.
Ну, я так понял, это вот сидят там остатки Led Zeppelin, да, правильно? Которых постоянно показывают мужичков. Такой, да, он жухлит так же, как я. Ты рвётся самому слушать нелюбимое говно. Ну да, 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 берите любимое, че. Ну, бля, ну, типа, ну, это же лучше, типа, говорить честно, чем если бы я бы такой, вау, это так восхитительно, это сражает меня на повал. Посмотрите, как это потрясающе. Так, блядь, любую другую реакцию посмотрите на YouTube, будет то, что... Приседания пошли. Хор очень круто звучит. А чтоб я свои же треки обсирал? Скачет разнобой. Басист с барабанщиком. Помните анекдот? А, ребят. Все, это уже там преисполнилось. Не знаю, я почему-то какую-то кринжатуру ловлю, то есть вот типа показывают, как люди такие сидят вдумчиво смотрят, кто-то там качается, там Обама такой, не знаю, еще что. Я такой, что-то, ну... Ой. Плохому басисту барабанщик мешает? Да не, ну, короче, классический анекдот. Басист с барабанщиком никак не могли сыграться. Значит, ну, блин, ладно, давайте так, есть долгая версия, но я расскажу короткую, похеру. Басист с барабанщиком никак не могли сыграться, решили, что ну его нахуй, все. Значит, поканчиваем это, окончим жизнь самоубийством, потому что это уже невозможно. Ну, то есть, с кем не играем, все какое-то говно, все мимо, все друг друга не попадаем. Все, ну нахуй. Встали на крышу, говорят, раз, два, три. Мне это мой учитель по барабанам рассказал. Я чуть не умер. Но там еще более подробную версию, типа как они там попробовали в комнате поиграть, не могли сыграться, на кухню пошли, на балкон пошли, потом с балкона, типа, то есть не решили, типа, умереть, а это, балкон просто оторвался вместе с ними, летит вниз. Ну, блин. Слушай, какой же я все-таки вонючий сноб все-таки, а? Ну, не знаю, для меня все равно... Вот я говорю честно, какие у меня в данный момент эмоции вызывает это видео. И все. Тут уж, как говорится... Жду дизлайков, короче.